День открытых дверей в ЮЗГУ. Сотни абитуриентов, желающих поступить в вуз мечты. А какой он в глазах сегодняшних школьников? Скажи, пожалуйста, почему ЮЗГУ? Потому что ЮЗГУ в городе Курске является передовым университетом, в котором хорошее качество образования и достаточное количество бюджетных мест. Потому что юность, знания, все-таки хочется поступить в высшее заведение и получить хорошее образование. Ну, потому что это близко к дому. ЮЗГУ или МГУ? ЮЗГУ. Не знаю. ЮЗГУ. Ты уже выбрал, на какую специальность ты будешь поступать? Возможно, на строительный. Скорее всего, информационная безопасность. Надеюсь поступить на информационную безопасность и работать с компьютерами и информацией. Я думаю поступить на национальную безопасность. На архитектуру. На юриспруденцию. КВН или правком? КВН. 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 Правком. Сергей Геннадьевич, что вы можете пожелать сегодняшним абитуриентам? Сдать хорошо ЕГЭ на очень высокие баллы и подать документы в Юго-Западный университет. Двери ЮЗГУ всегда открыты для будущих студентов.